Уважаемые товарищи, приветствую вас на традиционном всероссийском сборе. В повестке вашей встречи, собравшей представителей органов власти, руководителей центрального аппарата и структурных подразделений МЧС, широкий круг вопросов, связанных с подведением итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в минувшем году и дальнейшим повышением ее эффективности. Сегодня РСЧС – это современная, динамично развивающаяся структура, использующая новейшие технологии и оборудование. Во многом благодаря совместной деятельности Федерального центра и регионов, функциональных и территориальных подсистем РСЧС сокращается количество аварий, пожаров, других нештатных ситуаций. Надежно обеспечивается безопасность людей. Подчеркну, значимость задач, которые вы решаете, требует дальнейшего совершенствования системы прогнозирования и предупреждения техногенных и природных катастроф, а от каждого сотрудника исключительной компетентности и верности служебному долгу. Отмечу, что государство и впредь будет уделять приоритетное внимание проблемам оснащенности МЧС передовой техникой, подготовке квалифицированных специалистов. Желаю вам плодотворной, конструктивной работы. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Москва, Кремль, 15 февраля 2017 года. Уважаемые коллеги, сегодня здесь, в Московской области, мы проводим всероссийский итоговый сбор. В этом мероприятии принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти, регионов нашей страны, руководители общественных организаций и объединений. Также принимают непосредственное участие представители законодательных органов и Государственной Думы, и Совета Федерации, аппарата правительства Российской Федерации, администрации президента России. Подводя итоги 2016 года, необходимо отметить возрастающую роль системы антикризисного управления. Продолжает энергично развиваться и Национальный центр управления кризисных ситуаций, Центр управления кризисных ситуаций в субъектах Российской Федерации. На качественно новом уровне работают единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований. Это современные российские технологии космического мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз. Это новый формат моделирования рисков и качественный рост подготовки специалистов, которые работают в сфере профилактики предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и других бедствий, готовы быстро и оперативно создать мобильную группировку сил, организовать взаимодействие, всестороннее обеспечение и выполнить возложенные задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказание помощи человеку, который оказался в беде. Сегодня система антикризисного управления, которая создана под эгидой МЧС России, уже энергично используется для решения широкого круга социальных, экономических и других задач и в субъектах Российской Федерации, и в органах местного самоуправления. В 2016 году в ряде регионов нашей страны произошли тяжелые техногенные аварии и катастрофы. Природные риски потребовали концентрации усилий федеральных структур субъектов Российской Федерации.
целом можно отметить, что все крупномасштабные катаклизмы были ликвидированы в короткие сроки и с минимальными потерями. В отдельных местах и случаях, конечно же, были проблемы и нерешенные вопросы, но благодаря совместной скоординированной работе мы смогли выполнить задачи на самом высоком уровне. Я попрошу Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора Московской области. Выступить с приветствием для участников. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые Владимир Андреевич, ветераны, офицеры, полномочные представители президента, губернаторский корпус. Действительно, стало доброй традицией собираться, подводить итоги, изучать, смотреть самые передовые практики у нас в Подмосковье. Разрешите мне от имени правительства Московской области поприветствовать всех, кто собрался сегодня в этих стенах, пожелать плодотворной, результативной работы. И я со своей стороны хочу выразить уверенность и уверен слова всех губернаторов в том, что работа, партнерство, сотрудничество с МЧС происходит на максимально эффективной ноте в каждом субъекте Российской Федерации. В самых разных ситуациях, в самые разные моменты мы чувствуем, мы можем опереться на рядовых спасателей, на офицеров, на службу, которая сегодня оснащена и приходит на помощь. Жизнь перед нами ставит серьезные вызовы, и задача властей всех уровней – обеспечить безопасность населения. Поэтому в рамках исполнения указов президента, в рамках осуществления своей служебной деятельности нам приходится оперативно реагировать на разные ситуации в разные времена года, в разные сезоны. И на воде, и в период, и в зимний период, в период половодья. Везде есть свои нюансы, везде есть свои риски и опасности. Очень приятно, что в каждом субъекте Российской Федерации главки очень тесно, результативно работают с губернаторским корпусом и с муниципальными властями. То, о чем прозвучало в вашем докладе, Владимир Андреевич. Хочу выразить слова благодарности всем спасателям, личному составу, которые принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, работают на земле. Ну и пожелать успехов традиционному ежегодному сбору спасателей. С уважением. Подполковника Медведя Александра Михайловича. Начальника караула 163-й пожарно-спасательной части по Свердловской области –